выбор, который ты делаешь прямо сейчас, он меняет всю твою жизнь. И ты можешь видеть небо, облака, ты можешь смотреть себе под ноги, ты можешь видеть то, что ты никогда не видишь, ты можешь слышать шум мотоцикла, ты можешь видеть меня, ты можешь видеть свою жизнь под определенным углом. А можешь ни черта не видеть и не делать свой этот выбор. А можешь делать выбор и действовать, несмотря ни на что. И ты можешь двигаться раз за разом. И у тебя могут получаться какие-то штуки непонятные, может совсем ничего не получаться. И в любом случае надо действовать. Действие меняет все. И важный момент, что ты начинаешь действовать, ты начинаешь выбирать себя того, кто действительно может достичь результатов. Ты выбираешь свой потенциал, ты выбираешь верить в себя, ты выбираешь двигаться, несмотря ни на что. Я Виктор Маркелов, тренер, коуч. Я действительно позволю тебе быть тем, кем ты никогда не был. Я приму все самое лучшее, буду драть тебя, как сидорову козу, только лишь для того, чтобы у тебя были те результаты, о которых ты мечтаешь, отношения, которые тебе важны, чтобы ты стал тем человеком и сделал свой самый главный выбор. Ты выбрал самого себя и выбрал свой путь. И я не знаю, какой путь. Я не знаю, выберешь ли ты его. Я не знаю, будешь ли ты искать свое предназначение. Но не искать свой путь и не искать самого себя – это самая большая ошибка, которая может быть только в твоей жизни. Приходи на базовую программу «Лидерство выбор». Бери своих друзей. Я жду тебя. И все у нас получится.